следующей серии. Тот же санузел. О, классно, базарит, надо. Точно ремонт умеете делать? Ой, обижаешь, мы уже 100 квартир ремонт сделали. Конкретно причем ремонт сделали. Привет. Привет. А, ты Кендис. Я с любым, бывает, ты тупой нюни, что ли? Нет, ты что, весь фильм так снимал, что ли? Давай, детка. Эй, пацаны! А, братан, братан! Давай быстрее, блин. Якуча, давай быстрее. Я сейчас, подожди, видишь же, сложно здесь. Эй, сапог, ты бы лучше за шухером посмотрел бы, а? Нет никого. Давай быстрее, Куча. Сапог, ты тупой, ты же видишь, что здесь сложно все. Якуча. Я сейчас покажу. Милиция! Как такой, ворюга! Эй, сапог, и что ты убежал, когда этот дядька меня поймал, а? Если б я остался, он бы нас обоих бы замочил. Видел у него, какая дубинка была? Да я эту дубинку не то что видел, я ее еще пробовал. Сам виноват, я тебе говорю, давай, давай быстрее. Я лез, тормозил хоть. А что ты тогда сам не залез туда? Я что, потом вор что ли? А что, я вор что ли? Я за базаром сиди, Куча. И успокойся. Да нормально общайся. И что надо? Я тебя сейчас порву, Куча. Я что? Я что? Нормально общайся, Куча. Успокойтесь, я сказал. Сядь нормально. Что вы здесь орете? Что разорались? Да этот тупой. Что случилось, Да он, блин, в машину залез за магнитолы, блин. А этот кинул меня. Что за машина? Что за магнитолы? Да там машина одна. На стоянке стояла. И вы можете себя нормально вести, а? Да я сказал, ну нормально. Давай быстрее, блин. И нас и так менты по всему городу ищут. Еще вы здесь ходите, блин. Вы что, гоните, что ли? Короче, с этого дня вы ведете себя и общаетесь по-человечески, понял? По-городски. На, вот, держи. Записывай. Пиши. И, брачки. Это значит, молодой человек. Повтори, сапог. Молодой человек. И че смотришь? Это значит, вы что-то хотели? Повтори. Вы что-то хотели? И есть сигареты, а? Это значит, закурить не будет? Пожалуйста. Закурить не будет, пожалуйста. Вот. Сидите и учите, понял? Я через 10 минут приду, проверю. На, учи. Это Татарин, одевайся, сейчас по делам пойдем, слышь? Да-да. Я сколько раз я тебе, Татарин, говорю? Вытирай за собой пол ванны, Здесь же скользко, можно упасть! Эй, Ербола, что с тобой, И все нормально у тебя? Эй, я в башку ударился, Татарин, говорил, Эй, звяньки, Ербол, я не специально, братан. Башка конкретно болит, Да скорую вызовем, а? Да не, нормально, вроде... Подними его, давай. Аккуратно, там, братан, вставай. Давай, на кровать надо положить, Подожди, сейчас. Татарин, будь здоров. Чё? Я полежу чуть-чуть, башка болит, ё-моё. О, Ерла, брат, салам. Салам. Как дела? Да,
Так себе. Ты что такой грустный? Да у меня задолженность по учебе. Нечем платить. Походу отчислят. И чё, Ербол, братан, нормально с тобой всё, да? Да нормально, нормально. Но я конкретно шандарахнулся, блин. Ербол, может это холодное приложить? Да не, сейчас пройдет. Меня как будто конь копытом шандарахнул. Я не специально, брат. Да не, нормально все. Сапог, осторожнее! А? Блин, запарила она. Как будто у нас дома... солевое месторождение. Куча, иди, открой, а. Ай, голова. Блин, то болит, то не болит. А ты как это, вазу это? Ай, блин. Ёлки-палки. Слышь, пацаны, там это, соседка приходила. Ай. Соль просила, прикинь. И вот так вот, Петухов, я попал в спецслужбы. Да, очень интересная история. Ладно, Петухов, отвлеклись. Вернемся к своим баранам. Что там по поводу информации о вознаграждении за поимку этих четверых? Все сделали, как вы сказали. Она уже 2 дня по городу висит. $10,000 за каждого. Хорошо. Но результатов пока нет. Ничего, скоро будут результаты. Будут. Мы теряем, находим, время уходит. Забываем то, что должны были помнить. Безнадежно дни улетают напрасно. И в твоих глазах однотонные краски. Мы теряем, находим, время уходит. Забываем то, что должны были помнить. Безнадежно дни улетают напрасно. И в твоих глазах однотонные. Девушка, здравствуйте. Здравствуйте. Что? Я бы хотел сдать часы. Угу. Мне подарили. Очень дорогие часы. Хотел бы сдать. Вы знаете, это подделка подделки. Я могу дать за них максимум 600 тенге. Да? Да. Мы теряем, находим, время уходит. Забываем то, что должны были помнить. Безнадежно дни улетают напрасно. И в твоих глазах однотонные краски. Мы теряем, находим, время уходит. Забываем то, что должны были помнить. Безнадежно дни улетают. Алло, Азамат? Салам, это я, Ерлан. Братан, можешь мне деньги занять? Мне учебу оплатить надо. И никто мне не поможет, как бы я не просил. Время не вернуть, не стоит портить прошлого. Ведь зачатки будущего нужно строить осторожно, бережно. Слышь, Ербол, братан, а как ты догадался, что к нам соседка за солью пришла? Да фиг знает. В натуре... Ербол, вот я когда чихнул, ты же мне до этого «будь здоров» сказал, да? Да фиг знает, татарин, блин, не знаю. А ваза? Да не знаю я, пацаны, не знаю. Я не знаю, почему я знаю, но я знаю, что будет. Фиг знает, откуда это. Ербол, может быть, это после того, как ты башкой в ванной долбанулся? Точно, точно. Я в одном фильме видел, так было. Может, ты пророк? Ербо, в какой руке носок? У тебя нет в руках носка? В натуре. Четко, да? Какая погода будет завтра в Таразе? +23, +25. Облачно. Нифига себе, правильно. В натуре. Пацаны, это же тема. Мы же теперь можем деньги зарабатывать. Прикинь.
Эй, Ербол! У нас дофига бабок может быть теперь, Красава! Красавчик, Ладно, я банды искупался, да? Я хорошо, я не вытер, да? Красавчик! Любое время года, каждому своя погода. Любое время года, каждому своя. Любое время года, каждому своя. Каждому своя, любое время года, каждому своя, каждому своя, каждому своя погода, каждому своя. Снимаешь, да, братуха? Индийский фильм получился. Пацаны, что делать будем? Куда поедем? Короче, надо что-то придумать, да, чтобы бабки заработать, слышишь? Паша Герек, действительно. Да смотри-ка, девушка, ничего ж. Ну, базар нет такого. Извините, молодые. 14-30. Базар нет, не надели, угар. Она ж офигела. Она в шоке. Келдер Ахмед, мынау Куралай апкемиз менен. Пацаны, я придумал, как бабки поднять, Че там, извините, бабки? Короче, сейчас поедем в букмекерскую контору, где ставки делать. И там бабки поднимем, я наперед буду знать. Базара нет, братуха, конкретный. Конкретно придумал, да, Сапог, иди мотор лови, сейчас быстро поедем на такси, слышишь? Давай! Иди, моя тата! Слышь, Сапог, только ты первые две машины не останавливай, они по 500 тенге зарядят. Останови белый Мерс, понял? Он за 200 поедет. И я все теперь знаю. Белый Мерс, слышишь? Да. Сапог, не забудь, Короче, конкретно, как бабки поднимем, потом базар нет сегодня, сразу погуляем, понял? Не мое, давай. Потом поймаем, поедем, слышишь? Татарин, снимаешь, да? Татарин, мы. Вот третья машина, белый Мерс. Да ну нафиги, братан! Давай, отри! Татань, давай, садись! $10 000. Ты их заслужил. Ты молодец. Теперь ты сможешь оплатить учебу. Наша страна благодарит тебя. Твои родители могут гордиться тобой. Потому что преступники должны сидеть в тюрьме. И справедливость восторжествовала благодаря тебе, Ерлан. Теперь ты не только богатый, но и от них избавился. Теперь тебя никто не будет угнетать. Ты больше не будешь убирать дома, делать массаж ног, стирать, готовить, спать на полу. Ты теперь сам себе хозяин. И Айгулька со второго курса теперь на тебя обязательно посмотрит. Спасибо. Поздравляем, Ерлан! Спасибо. Нет.
Я жив, мир! И я тебя порву, поняли? И я тебе голову оторву, поняли? Я тебя отвечаю, поняли? Ерва, брат, нафиг ты это сделал? Мы же друзья. Ура, мы поедем в тюрьму. Ну ты, Ерва, даешь. А я что здесь делаю? Я вообще ни при чем. Почему ты обо мне думаешь? Кто ты такой? Я жив, мир! И я тебя порву, поняли? И я тебе голову оторву, поняли? Я тебя отвечаю, поняли? Вот ты, Ербол, красавчик! Блин, нет такой дар! Пацаны, не переживайте, Я теперь всем отвечаю, помогу! Позорни тебе, братан! Смотри, сапог! Видишь, да, девчонка стоит? Ну? Вон, конкретная, да? Ты сейчас, короче, к ней подойди, ущипни ее за попу. Ей это понравится, она тебе телефон даст, и вы будете с ней встречаться. Конкретная девчонка, Серьезно? Отвечаю ей, не бойся, иди. Давай, сапог, делай красиво, Сейчас конкретно что-то будет, куча снимать. Что пойдет делать? Милицию вызов! И сваливай, сапог не тупой, Хаштах, Сапог, как ты тупой! Вот она тебе ушатала, жестко! Нереально! Шандра! Вон, через дорогу букмекерская контора! Давай, иди! Давай, иди! Здравствуйте, девушка. А это можно доставку сделать? И эта девушка, там, короче, 3000 тенге на этот. Арсенал, да? Арсенал, потом, так, что еще будет через 2 минуты этот? Потом, смотрите, этот Манчестер, да, 3-2 будет, да. Вот, да, 5000 туда поставим, да. Сейчас конкретно выйти. И потом этот, смотрите, да, Шарапова, да, выиграет, да, она. Ербол, да. На бокс поставь. Бокс, бокс нету здесь. Сейчас конкретно выиграй, Вот он, вот этот урод, подошел ко мне и ущипнул меня за нос. За нос? Да, за нос. А что? Нет, ничего. А где именно это произошло? Пацаны! Ербол, красавчик! 100 000 тенге! Дима! Конкретно, да, знаешь, что я подумал, букмекерская контора, конечно, базар нет, а 100 000 мы сделали. А что нам мелочиться? Давай поедем на Копчегай, там казино сыграем, это можно на 100 штук, знаешь, сколько поднять? Можно 1 000 000 поднять, 2 000 000 Это Дима же есть! Давай, поехали! Дома переоденемся, потом пойдем, потом там через дворы, тесты! Тихо, подождите. Да Ербол, братан, что там? Тихо, подождите. Пойдем направо.
Добегались? Ну его нафиг, пацаны, засада сваливает. Так, быстро, быстро, поставь, блин. Видишь? Да. Ё-моё, да ты чё, И они нам засаду, походу, да, сделали, я смотрю. Базарнит! Красавчик! Тихо, нет, сваливаем отсюда! Я не пусть думаю. До утра сидят здесь! Тихо, тихо, не знаю! Красавчик! Похаваем там, потом искупаемся, а потом в казино! Давай, красавчик, давай замок заработаем! Красавчик, это сила! Эй, Ерла, халай, сынок! Да там. Чё случилось, Чё, обидел кто-то, что ли? Я не смог за обучение заплатить. Меня хотят отчислить. Да ладно, не парься ты, чё? Решим мы твои проблемы. Мы знаем, сколько теперь баллов будем заработать. Да, пацаны, я! Пацаны, смотрите, что я у него в мусорке нашел. Это, походу, он нас ментам сдал. И это же мы. Ты что, братишка, решил нас сдать, что ли? Да не, вы не так думали, пацаны. Офигел, что ли? Я не засаду же устроили. Что, я тебя закопали, нет? Вы что, пацаны? Это не он. А ты откуда знаешь? Я обижаете? Боже, у нас за все в курсе. Если бы он хотел сдать, он бы давно это сделал. Давай, Ерла, не бойся, все нормально. На, тебе на обучение, а мы бабки на Копчегае заработаем. Поедешь с нами на Копчегае? Поехали. Ничего не понимаю, петухов. Как же им удалось бежать? Они как будто бы знали, где мы им устроим засаду. Как же так произошло, а, петухов? Ну ничего, петухов, ничего. Мы их обязательно поймаем. Обязательно, петухов. Сапог, мои плавки возьми, они впадло. Мои тоже возьми, сапог, Короче, выезжаем через 10 минут, я пойду голову помою и Копчегай! Жди нас! Быстрее, давай! Полотенце возьми, Да, да, взял. Ай! Что Ербок! Ай! Что с тобой, Ай, блин, я... Упал опять! Ай, башкой ударился! Я с тобой вставай, нормально! Блин, нормально, держи! Ай, ё-моё! Блин! Ты чё за непарно? Ай! Точно с тобой всё нормально? Да, нормально, блин! Прикинь! Блин, тем же местом, что ли, ударился? Ай, ё-моё! Всё нормально? Да, я говорю, нормально! Если всё нормально, давайте, поехали на Капчик! Подожди, пацаны. Слышь? Чё? Я не знаю, мы выиграем или нет. В смысле? Я даже не знаю, что завтра будет. Подождите! Чё там, Сапог? Ай, блин! Сапог! Ты чё с тобой? Сапог! 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 Вы кто? А я кто? Побег из аула.
сейчас сапог, татарин и рвол. Четыре друга из аула срочно выезжают в город. Они хотели просто поснимать кино, но камеру забрали у сынишки прокурора. Их встретили большие здания, квартира съемная. Люди прикольные, вокруг все новое. Надо одежду модную, точно, чтоб не стыдно было по городу гулять ночью. Девочки местные, им нравятся очень, но что-то почему-то общаться никто не хочет. Может быть прикол просто не того размера, а фиг его знает, пойдем в кафе там и проверим. Присели, поели, слушай, даже вкусно. Только не подумали о том, что в карманах пусто. Не заметили пару нулей там в меню. Вкусно, то вкусно, но больше я сюда не приду.